Итак, друзья, всем привет! Сегодня 14 августа 2020 года. Сегодня Медовый Спас. Сейчас 7 часов утра. Мы приехали на тачок номер один. Сейчас предстоит у нас перевозка пчелосемей на стационарную пасеку. Вот так осталось у нас здесь ровно на одну перевозку. 31 пчелосемья должна быть здесь. И эти все ули должны уйти у нас одним рейсом. В грузовичке и прицепчик небольшой. А здесь у нас находится рой, который в этом году выходил, прививался сюда, на эту сосенку. Но мы этого роя благополучно с двух попыток сняли, посадили в улей. Сейчас здесь образовалась полноценная семья. Они еще даже принесли меда. И также поедут у нас новая семья на стационарную пасеку. Сейчас первым делом, что нам нужно будет? Все летки полностью закрыть у наших ульев, чтобы нам в дальнейшем лишних движений не делать. Быстренько все собирать, грузить. Здесь у нас открытые верхние и нижние летки. Все, закрываем нижний, верхний. Итак, все оставшиеся ули. На мотоблоке опять вырубили. Знаешь, я вообще не хочу их возить. Ну что, вот так классически ставим улей на улей в три яруса. Крышки у нас сделаны из ОСБ. Девятка, и она выдерживает неплохо. Вот такой столбик. Наверх или сбоку? Не, это тяжелый звук. Килограмм за 50, да, Миша? Наверное. 50 плюс. 50 плюс, да. Плюс еще 50. Было. Вот, друзья, под подставками жили муравьи или мышки, или даже, ну-ка, листья, да, это гнездо мышки здесь жили, значит. Им там было очень хорошо, видимо, комфортно. Ну и также муравьи здесь присутствовали. И немало. Мелкие муравьи, вот такие вот у них лабиринты. Один оставшийся улей с магазином. Здесь у нас остались рамочки с ульев, где я снимал магазины, попадались понемножку расплодные рамки и ставились в один магазин. Увезем вот таким же образом с магазином на стационарную пасеку. Ну, я думаю, сейчас расплод, наверное, уже вышел. И магазин мы уберем на откачку.
Понесем. Сейчас полегче, какие-нибудь, наверное, надо. Или троем, давайте залезем, троем. Легче? Вроде, да, но с моей стороны надо полегче. Так не говорю, с моей стороны. Вот этот, Миша, нет. Посмотри, вот этот, вот наверное, этот, да, вот полегче, этот. Полегче какой-то был. Вот этот, наверное, да. Не то. Блин, да вот этот может быть, давай. Вот на третий-то ярус полегче. О, вот этот. Не особо, да? Ну так, 45 килограмм, да? 48. 40, наверное, нет. Езжай и заезжай. Итак, машину одну загрузили. Осталось у нас 7 ульев. Этот улей у нас был не по плану. Но мы его поставим какой-нибудь улей в салон автомобиля. Вот так вот. Итак, друзья, погрузка завершена. Вот так вот, последний штрих, тележку на прицеп. Ну и наш сачок опустошился. Сейчас мы поедем на стационарную пасеку. Ну и до следующего сезона, естественно, этот сачок остается здесь. Вот так, друзья, мы перевозим свои пчелосемьи домой после кочевой жизни на этих тачках наших семей. Здесь они хорошо поработали, пожили. Ну и сейчас домой. Конечно, пчелы уже едут
не те, которые рождались у меня на стационарной пасеке, а те, которые родились уже здесь, на этом точке. Потому что пчелы живут в активный период, это небольшое количество дней. До 45 дней, по-моему, живет пчела в активный сезон лета. Ну, это так пишут по книгам, кто как. В общем, друзья, мы едем на стационарную пасеку. Ну что ж, идет разгрузка у нас. Приехали. Ну вот сейчас грузовичок мы доразгружаем. Осталось у нас 6 ульев. Ну, солнце пригревает. Пчелы уже начинают некоторые вылетать. Итак, друзья, сегодня же у нас праздник у пчеловодов. Сегодня медовый спас. Всех, друзья, поздравляю вас с праздником нашим пчеловодным. Это медовый спас. Сегодня люди несут свой медок в церковь, светят и кушают. А так, друзья, мы вам показали, как мы вывозим свои пчелосемьи с тачка. Это у нас последняя была машина. Это наш последний тачок был. Все, мы, друзья, на сегодня, на медовый спас, мы все вывезли на стационар. Сейчас все семьи находятся у нас здесь, на нашей стационарной пасеке. Здесь они будут у нас уже подготавливаться в зиму и уйдут в зимовку, в зимовники. Ну, какие-то семьи еще будут зимовать и под снегом. Сейчас нужно открыть после перевозки пчелосемьи. Ну, в принципе, верхний леток можно сейчас не открывать. Ну, что, можешь не трогать? Нет. Вентиляция пустые, да? А хватит нижнего летка. Вот так пчелки после перевозки себя чувствуют. Они выскакивают из улья и немножко как бы облетываются на новом месте. Так, друзья, кто, если новички на моем канале, не забываем подписаться, нажать на колокольчик внизу рядом с подпиской. Ну, конечно, поставьте нам, друзья, лайк, если вы досмотрели это видео до конца. Нам будет это приятно. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.